Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня очень счастливый для нашей страны день. Знаете, у нас страна, конечно, очень большая, но в то же время количество вот таких объединяющих всех символов, национальных сокровищ, того, что называется национальными брендами, очень ограниченное. И большой – это как раз и есть один из самых великих наших национальных брендов. Поэтому сегодня мы все празднуем открытие основного здания Большого театра. Это была не маленькая, а очень серьезная работа. Она продолжалась, вы знаете, 6 лет. В эти 6 лет переживали все. Конечно, переживал сам театр, переживала труппа, переживали все, кто любит и ценит эту наше национальное сокровище. Переживали строители, переживали просто обычные люди, которые следили за тем, как происходит эта реконструкция. Переживало правительство, потому что это был очень серьезный труд по сопровождению самого проекта. По-моему, все получилось великолепно. Я был здесь месяц назад, когда еще зал не был таким красивым, как сегодня, но я убедился в том, что все сделано по последнему слову техники, театральной техники, по последнему слову подходов к такого рода очень сложным сооружениям. Я уверен, что в этом смысле театр будет безукоризненным. Но самое главное, чтобы в нем остался дух Большого театра. В этом мы, наверное, сможем убедиться буквально через несколько минут. Все волнуются, и те, кто сидят здесь, и те, кто стоят там на сцене. Я, на самом деле, очень счастлив, что мы имеем сегодня такую возможность, все сидящие в этом зале, граждане России, наши дорогие иностранные гости, все, кто смотрит сегодня эту церемонию по телевидению, кто будет смотреть первое представление, увидит его во всем великолепии. Наша страна всегда находила деньги для того, чтобы Большой был в таком правильном состоянии. Это произошло и 150 лет назад, случилось и сейчас. И я абсолютно уверен, что все, что сделано, будет еще долгие годы служить поколениям наших граждан, всем, кто любит Большой театр, и вдохновлять их на новые чудеса, которые они столь блистательно всегда делали. Я на этом хотел бы, наверное, завершить свое краткое вступительное слово. Все остальное, естественно, будет происходить здесь. Единственное, еще раз хотел бы, пользуясь возможностью, поблагодарить всех, кто причастен к возрождению нашего чуда, нашего великого национального бренда, Большого театра. Всем счастья и успехов!